Да, ты же, я знаю, что ты живи, я знаю, что ты живи.
Потоп. Дорогие друзья, садитесь, пожалуйста. Продолжаем работу. Садимся еще. Прошу вас. У меня есть просьба, пока остановятся, кто не заполняли фидбэк, прошу, пожалуйста, заполняйте, потому что это требуется для отчетности нашей. Поэтому я передаю, кто не заполнил, это быстро, 2 минуты там, на 5 вопросов, ответ. И передайте всем, это мы сделаем. Заберите все, все, что были заполнены. Дальше смотрим нашу программу. Мы будем работать точно по программе. После обеда у нас анализ постеров, которые представлены здесь. На это дается 30 минут. Дальше еще час на круглый стол. И в 4... Слышно, да? Слышно. В 16 часов заканчиваем. Правильно. В 16 часов заканчиваем. Здесь мы очень сильно, потому что увидели, что большое количество претендентов, и поэтому попросили, чтобы подготовили много постеров. Они действительно все есть. Здесь их надо проанализировать. И у нас
есть два члена команды, которые будут докладывать в общем результаты в течение 5-6 минут. Поэтому у меня такое предложение. Мы еще встанем сейчас на 5 минут. Проходим все, я вас прошу, каждый автор постера становится рядом с постером. Я вас прошу только очень быстро, потому что это народу много. И кто заинтересован, подходит к нему и спрашивает, что, как и где. Я прошу, все авторы постеров идут туда к своим постерам. Да, 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 да. Хорошо. Встали быстро, чтобы мы организованно работали. Я понимаю, после обеда тяжело, но надо. Да. Все, встали все, да? А сейчас, пожалуйста, любые вопросы. Любым постером, которые вас интересуют. И спрашивайте, даем на это 10 минут. Все. Обсуждается именно то, что там написано, что нарисовано и насколько подходит для нашего заседания. Thank you.
Să vă mulțumesc.
Уважаемые коллеги, сессия заканчивается. Садитесь, пожалуйста, на свои места. Садимся. Я представлю информацию, выявить, какой из них лучше
не могу, потому что все представляют большие девочки. Как все пластыра отображали цель. В каждом пластыре мы находим цель этих исследований, которые представлены на пластыре. И, соответственно, объектив или задачи, которые человек или автор решит соответственно нашей информации. Я хочу сказать, что очень все пластыра очень красивые, отображают основные результаты и очень хорошо иллюстрированы и представлены по тем требованиям, которые нужны, которые были представлены для отображения, для представления пластыря. Хотим сказать, что в этом году на самом деле пластыр очень красочные, красивые, и иллюстрации, и фотографии, которые в ней информации соответствуют требованиям нашего проекта. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос к нашим докладчикам. 42 постера. 42 постера. Говорят, рекорд. Еще вопросы? Все постарались, все с ответственностью высокой. И очень хорошо подошли. Критики не слышно. Критика. Все, спасибо большое. Критика в будущем, на будущем. Я просто отсюда смотрел, что действительно был очень интересный разговор почти по всем постерам. Я думаю, что это интересно, что люди спрашивали, эти ответы были. Все хорошо. Значит, прошли и этот этап. Следующий у нас на один час – это круглый стол. Круглый стол будет таким образом. Практически все будут участвовать. Мы вот здесь написали 5 человек, которые захотели выступать из нашего института. Но я думаю, что и соисполнители из других, и наши соисполнители, и наши гости также смогут выступать. Поэтому давайте так. Но перед тем, как выступали и предложили что-то, я бы хотел одно. Видите, мы сделали вот эту конференцию в виде столов. По окончании, пожалуйста, от каждого стола одно-два предложения. Любое, может быть, как прошла конференция, может быть, какие-то предложения на будущее, может быть, какие-то недостатки. Вот эти вопросы будут включены в наше решение нашей конференции. Я объясню почему. Потому что это очень важно. Это же специфическая конференция, вы поняли. Я специально не говорил детально насчет нашей конференции, потому что сейчас я бы хотел говорить 5 минут чуть-чуть больше о том, с чего мы начали, что мы выполнили и что мы собираемся выполнить. Значит, то, что мы выполнили, частично мы уже говорили, но я думаю, я буду повторять уже чисто с точки зрения, была программа очень четкая, насколько она выполнена, насколько не выполнена. У нас еще остался месяц или два, мы посмотрим, мы сегодня решим. Сегодня будет оргкомитет, сейчас приедет директор биотехники через 5 минут, будет здесь, она приезжает из Одессы. И оргкомитет будет решать, как дальше в течение месяца или двух решить все вопросы, которые мы планировали. Но самое главное, что мы услышим от вас, что надо еще делать. Для нас очень важно ваше мнение о том, как мы организовали эту конференцию, насколько для вас это было интересно и что вы пожелали, чтобы мы работали дальше. Это связано с тем, что, понимаете, это практически конференция трансграничная. То есть это по плану должны были участвовать две страны. Украина и
Молдова. И мы так и сделали, выполнили все требования. И сейчас, что дальше? Мы эти практически цикл лекций, который будет на нашем сайте. Я не докладывал его, потому что самый главный сайт есть, но он еще полупустой. Это связано с тем, что все наши лекции, которые мы докладывали и разработали, они должны быть утверждены. И пока они не будут утверждены нашим комитетом, мы не можем их повесить на сайте. Это должно быть очень качественные, должны быть очень большие информационные материалы. Это должна быть презентация, это должны быть инструменты, как что делать, это должна быть видео и любые презентации на бумаге. То есть это могут быть и постеры, и буклеты, и так далее, и так далее. И у нас, мы разговаривали с нашими коллегами, почти все сделано, кроме того, что пока не финансируется. Но я надеюсь, что мы это все успеем сделать. Я об этом говорю, потому что я очень переживаю, чтобы этот проект закончился благополучно. Это связано с тем, что на будущее у нас очень хорошие возможности для подготовки новых проектов для данной зоны. Очень хорошо, что наши коллеги приехали из России, из Азербайджана и других стран, которые могут участвовать в проекте Black Sea, который сейчас открыт. Вы знаете насчет этого. То есть до 31 января мы можем предложить совместные проекты. Это важнейшая возможность развития данного направления. И есть очень много еще совместных проектов, где бы мы смогли хорошо поработать вместе. И только таким образом мы сможем организовать вот такие конференции с такими возможностями и увидеться, если не за столом, но хотя бы на двух экранах. Понятно, да? Значит, исходя из этого, я хотел бы в конце мы составим вот такое это решение. Я вам буду докладывать, сколько человек участвовало, как обычно, в общем-то, сколько постеров, сколько выступлений, сколько публикаций в нашей книжке. Я считаю, что эта книжка довольно красочная, обложка мне нравится, а содержание уже от нас зависит от всех. Поэтому я не успел даже посмотреть. Но зато она красочная, красивая. И это продолжение того цикла, который у нас есть в институте, вы видели в институте, были материалы международных конференций, у нас через каждые 2-3 года организовываем вот такие конференции. И я хочу сказать спасибо нашим спонсорам, потому что мы смогли организовать вот эту конференцию без никаких проблем. Ограничений никаких не было, кроме хороших знаний и хорошего уровня проведения данной конференции. Итак, я закончил эту общую информацию. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, по проекту. Я бы хотел узнать от вас, я, может, что-то пропустил, я вам скажу. Есть какие-то вопросы? Следующая конференция, когда будет следующий проект? Будет. Следующий вопрос? Нет, да? Тогда переходим к нашим выступлениям. Тема соответствует точно названию нашего проекта, не нашей конференции, а нашего... Это именно... чтобы мы организовали предпосылки для развития систем интегрированной защиты растений, преимущественно без использования химических препаратов с экологическими безопасными технологиями. И исходя из этого, я вам сказал, есть Волощук, Кабираш, Войняк, Настас. Вот здесь есть название, о чем они будут говорить. Мы можем так, потому что здесь все наши члены нашего проекта с молдавской стороны, если
членов нашего проекта от черновиц, а потом уже по ходу кто захочет. Но не забудьте, что я сказал. Пожалуйста, работайте за каждым столом. Это столы не зря расставлены в виде столов. Вы поняли уже, да? Что мы видели результат. Любые предложения, лишь бы были разумные. Спасибо большое. Леонид, прошу. Уважаемые коллеги, друзья, если честно признаться, то мне достаточно тяжело, по крайней мере, так, как мне объявил Владимир, в том, что я буду докладывать. Давайте мы все-таки поработаем, так на самом деле, тот вопрос, который был заложен в нашей программе, в программе нашего круглого стола, она была достигнута. И вот я... Располагая, конечно, все-таки возможностью воспользоваться тем, что я представил ровно день тому назад, то есть вчера, если вы были достаточно, будем говорить, внимательны, то в моем докладе, доклад, который так и назывался «Экологическое изменение, достижение проблемы и перспективы», то я все-таки попытался на самом деле расчленить то, что было достигнуто в этой области, какие проблемы у нас имеются и, соответственно, какие перспективы в дальнейшем. Для того, чтобы разобраться во всех этих вещах, я не хочу, и навряд ли это предстоит мне делать сейчас, о том, чтобы повторить вещи, о которых уже нами было сказано, но вместе с тем я хотел бы, чтобы мы включились в тех разговорах о том, как обстоят дела в наших странах. Вот здесь, по крайней мере, представители восьми, я понял, что вчера были представители и Голландии, и Италии, то есть представители Европейского Союза, у которых, по крайней мере, эти вещи достаточно хорошо поставлены и практически решены. Что я хотел бы этим сказать? Этим хотел сказать о том, что у меня противоречивые, конечно, сведения о том, как обстоят в сравнительном отношении дела в Республике Молдова, на Украине, скажем, и в Российской Федерации. Поэтому я хотел бы на самом деле, чтобы мы воспользовались тем, чтобы сравнить и на самом деле посмотреть, какой из этих трех моделей больше подходит для наших республик, конечно, с учетом тех требований, которые заложены, во-первых, в айфуамовских документах, а их достаточно много, если хотите, 147, и, соответственно, в тех документах, которые исходят из европейского сообщества, и в данном случае я буду говорить только лишь о трех документах. То есть это директива номер 2092 1991 года, которая работала практически до 2007 года, вплоть до постановления 848 года, которая обновила практически все то, что было в том предыдущем документе. Это просто, но я хочу делать затравку для того, чтобы мы работали дальше. Но давайте, я не хочу, чтобы меня обвинили в том, что я говорю о каких-то космологических вещах. Мы говорим об экологическом земледелии, которое... И, кстати, давайте, хорошо, замечания я принимаю, но давайте, я могу сказать следующее. Я представил информацию по Республике Молдова, располагаю информацией о том, как обстоят дела по выполнению экологического земледелия, закона о экологическом земледелии на Украине. Закон, который был принят сразу же по сравнению с Молдовой примерно в 10 лет. То есть они получили примерно 10 лет позже. Но если говорить о тех цифрах, которые они экспортируют, наши украинские земледельцы, то, конечно, объемы экологического производства на Украине, они превышают несколько десятков раз наши объемы. То есть Республика Украина, она достаточно четкими, хорошими шагами двигается вперед. Хорошо, я могу рассказать о том, что до сих пор Российская Федерация так и не получила и не приняла документы в экологическом земледелии. Но давайте не приняли. И вот если хотите, у меня есть
документ на 9 страницах. Это крупный спор, который состоялся в правительстве Российской Федерации. Ну и, по крайней мере, из этого документа достаточно четко ясно о том, что Российская Федерация не намерена принимать подобный документ. Не намерена принимать такой документ, но если говорить о тех объемах, которые Российская Федерация производит, и о тех объемах, которые она применяет, то есть использует из тех продуктов экологического земледелия, которые она импортирует, то она занимает, ну, по крайней мере, первые десяток в Европе. Вот и на фоне этих контрастов я хотел бы, конечно, чтобы мы все-таки подумали, посмотрели и на самом деле приняли, какой из этих моделей ближе подходит к соответствующей стране, для того, чтобы на самом деле пойти дальше. Вот так, чтобы меня больше не делали замечания такого рода, я остановлюсь только лишь на наших вещах, которые относятся к Республике Молдова. Уважаемые коллеги, давайте я еще раз повторю несколько цифр, о которых я вчера достаточно подробно говорил. Вещи, которые исходят, конечно, из двух документов. Я вчера их характеризовал достаточно подробно. Вместе с тем хочу сказать, что начиная с 2015 года вещи, связанные с экологическим земледелием в Республике Молдова, находятся на постоянном снижении. Почему это происходит? Я вас спрашиваю. И давайте попробуем ответить. Я понял, что Дом Настас хочет ответить на эти вопросы. Хорошо, прекрасно. Уважаемые коллеги, давайте, и в данном случае, в моей статье, которая опубликована, и, собственно, вы можете ее открыть, там достаточно четко расписаны те направления, которые я считаю целесообразными для дальнейшего решения тех вопросов, которые здесь были обозначены. И решение этих вопросов находится в так названной, блоке вопросов национального плана действий по экологическому земледелию, который называется «Научный и технологический прогресс». То есть, в конечном итоге, мы должны полностью обеспечить соответствующими средствами для того, чтобы и агротехническая часть, и, соответственно, защита растений, как животноводстве, так и в растениеводстве, была обеспечена соответствующими средствами. Если сравнить, скажем, давайте наши, я хотел бы сравнить, конечно, с вещами, связанными с Германией, которые я хорошо знаю, то средства, которые у нас зарегистрированы по сравнению с германскими, составляют примерно 25%. То есть нам предстоит еще 75%, короче, доработать. Готовы ли мы это делать? Давайте попробуем. Виктория Викторовна, давайте, если ответить, конечно, в данном случае отрицательно, как кто-то хотел бы, то в данном случае я хочу сказать следующее. Ну, давайте продолжим дальнейшее уничтожение, короче, пчел. Давайте продолжим дальнейшее уничтожение микрофлоры почв. Давайте дальнейшее уничтожение человека, для того, чтобы уничтожить человечество. Давайте, если кто-то так предлагает. Вот я уверен о том, что это нужно. Это нужно. Потому что, давайте, есть примеры, на самом деле, я здесь говорил достаточно четко о том, что есть соответствующие страны, в которых экологическое земледелие занимает 50%. То есть, один к одному по сравнению с традиционным земледелием. И они живут, и срок, конечно, то есть, возраст, когда они уходят в мир иной, превышает на 27 лет, короче, возраст Молдова. На 27 лет. Посмотрим, стоит ли этим заниматься. Я считаю, что абсолютно да. И более того, я считаю, что это наша задача. Давайте, если честно, у нас есть главный директор. Хорошо. Уважаемые коллеги, у меня очень интересный. Нет, Дмитрий Федорович, не уходите, пожалуйста. Сейчас садитесь рядом с нами, и сейчас я объясню, почему. Уважаемые коллеги, я сейчас не зря попросил Леонид Федоровича, чтобы остановиться. К нам приехал третий участник нашего проекта. Валентин
Дмитрия Ивановна Котякова, она директор Института биотехники из Одессы. Я хочу сказать, что утром, пока она ехала, ее доложили 5 докладов, да, они у нас есть записаны, и будет время, мы прямо здесь покажем, потому что все сделано, вот что значит онлайн. Все доклады прямо здесь, и даже если 5 минут будет, мы их покажем вам. И они докладывали на той сессии, которая у нас была в институте. Поэтому я предлагаю таким образом, даем несколько слов Валентине Ивановне. Я думаю, что она сказать. Второй вопрос. У нас остался 1 час. За этот час мы должны провести заседание оргкомитета. И поэтому мы будем с Валентиной Ивановной и с Валентиной Бутяк выйти туда с нашей бухгалтерией и так далее и про полчаса. Это опять требование нашего проекта. Вовремя это сделано. Нам надо еще встречаться и решать очень много вопросов по... Не зря называется финальная конференция. И знаете, финальная конференция красивая. Мы договариваем здесь, а потом доходят деньги. Надо пробить с кредитом, да? И вот мы сейчас займемся этим делом. Поэтому я Левча попросил, чтобы он остался. Я его попросил, чтобы он вел дальше наш общий стол. Валентина Ивановна сейчас скажет несколько слов. Мы вас не ограничиваем ни в чем, потому что у вас было много времени. И после этого я попрошу, мы уйдем в соседнюю комнату, чтобы все успеть до 3. Я извиняюсь, но требований, но других решений я не вижу. Договорились, да? Валентина Ивановна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада здесь присутствовать на этом высоком собрании, на этой великолепной конференции, потому что мы являемся участниками этого международного проекта, партнерами являемся. Мы действительно, я благодарна всем участникам этого проекта. Это проект, который дает нам большие возможности. Во-первых, совместно работать, потому что получается так, что, в общем-то, мы немножко как-то отделены друг от друга, но вот такие проекты дают возможность, во-первых, познакомиться друг с другом, нам, научным сотрудникам, да, обменяться мнениями, работать вместе. Может быть, где-то возникают какие-то, такие дискуссии, да, может быть, непонимание вначале. Я думаю, что мы за этот период, в общем-то, прошли достаточно большой путь, чтобы, в общем-то, как-то получить действительно хорошие результаты. И вот эта конференция показала вот эти вот результаты. И наши сотрудники, наверное, вы слышали, да, докладывали о наших направлениях. Я кратко расскажу, наверное, не все знают. Инженерно-технологический институт биотехника в системе Национальной академии аграрных наук Украины занимается биометодом и ведет междисциплинарные исследования. То есть мы фактически создаем биопрепараты, мы создаем технологии по их наработке и далее создаем оборудование и выпускаем это оборудование. В структуре института есть отдел энтомологии, более 20 полезных насекомых, мы их поддерживаем. Они являются у нас базой для создания технологий для массовой наработки насекомых и в дальнейшем создания оборудования. Также у нас отдел микробиологии в коллекции. Более 130 штаммов, часть из них является частью, задепонирована в национальной коллекции. И эта коллекция штаммов является, опять же, базовой для создания новых комплексов.
создаем мы технологии по их наработке и создаем оборудование. Три года тому назад мы создали и изготовили, и прошли государственные испытания фермерационный автоматизированный комплекс, который дает возможность малотоннажного производства. Этот комплекс фактически 90% автоматизации, то есть его можно размещать в небольших, даже населенных пунктах, не требуется супер какая высокая квалификация за счет максимальной автоматизации. И с этим оборудованием можно одновременно выпускать несколько видов биопрепаратов. В рамках этого проекта мы создали, ну уже Владимир Алексеевич, наверное, уже говорил, мы параллельно выполняли такую работу. И вот благодаря, кстати, этому проекту у нас была возможность, да, сотрудникам института участвовать в этой конференции и докладывать, и вести дискуссии, и давать вопросы. То есть оборудован зал с аудио-видео. Поддерживать такие контакты, сотрудничать, вести дискуссии, может быть, участвовать в наших научных заседаниях и ваших научных сотрудников, ну, я думаю, взаимно, потому что это взаимное сотрудничество обогащает нас друг друга как научных сотрудников. Появляются новые идеи, новые знания, новые возможности. Поэтому я очень благодарна в первую очередь Владимиру Алексеевичу, потому что он был директором проекта, является директором проекта, ведет колоссальную работу, и это действительно ему низкий поклон. Нашим партнерам всем, сотрудникам, так что большое вам спасибо за сотрудничество, и я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем. Спасибо большое. Как я обещал, я передаю Леониду Федоровичу трубку. Мы сейчас быстро ищем место. Татьяна, найдите, пожалуйста, стол там, где мы будем заседать. Есть там? Не-не-не, снаружи, снаружи. И мы выходим. Так. Не-не. Дом директор, вы заходите, садитесь сюда, потому что закрывать нашу конференцию будет господин директор. Так что все нормально. Пока я буду закрывать нашу конференцию, я хочу задать тон нынешнему круглому столу. Мы на этом столе должны анализировать вот то, что доклад. И на основе этого анализа должны дать какие-то предложения. Наши предложения должны войти в резолюцию данной конференции. Резолюцию данной конференции мы должны ее ставить на сайте нашего института, на сайте нашего проекта. Мы должны ее отправить Академии наук, Министерству сельского хозяйства, Министерству, которое курирует, нашим коллегам, да, из Украины, Черновца, в Одессе, чтобы это стало как рабочая программа в дальнейшем. И дайте мне эту. Очень коротко, очень так по теме, будем предлагать какие-то, да, у нас должен быть, есть какой-нибудь проект данной резолюции, если нет, мы обещаем о том, что мы эту резолюцию составим на основе ваших предложений, которые поступят сегодня, кто их регистрирует сейчас, да, вы регистрируете, да, и у нас есть еще видеокопия. На основе этих данных видеокопии регистрации мы составим. Но давайте будем по существу не говорить долго, конкретно о том, что необходимо делать. И есть тут повод для того, чтобы не только констатировать факт. Факт, который мы констатировали, да, это одно хорошо, но на основе как будет усложняться
сколько это будет стоить, строить какие-то прогнозы развития экологического земледелия. Потому что если эти наши, скажем, работы, которые мы представили, они останутся, эффект их не должно как-то отразиться в дальнейшем улучшении состояния использования. Мы имеем очень много биопрепаратов, но, однако, они еще недостаточно широко используются. Давайте в этом ключе, и в конце я буду выступать. Да, да, да. Хорошо, кто? Господин? В то же самое и с Краснодаром, и с Одессой.
Соответственно, Валентина Ивановна уже в курсе, она знает. Я не один раз говорил по этому вопросу. У них есть оборудование. У нас есть хорошие специалисты, которые мы смогли бы использовать это оборудование. Просто так нет. Но они смогли бы обеспечить нас оборудованием данным, для того, чтобы мы смогли на этом оборудовании обеспечить их материалы, которые они смогли впоследствии и использовать. То есть это надо подумать, как надо делать для того, чтобы было и им хорошо, и нам и плохо. Третье. Я считаю, что очень правильные были высказаны сегодня вот в кулуарах мнения со стороны наших коллег с Азербайджана. У них, вот представьте себе, огромная проблема составляет подожжёнка гранатовая. Большая проблема для страны. Кто будет делать феромон вот этой подожжёнки? Мы сразу уже, как бы тут, как тут, мы сможем сотрудничать в этом плане. То есть есть, я уже вот, видите, обозначил уже три, я не знаю, мои коллеги, вот еще многие вопросы по этому вопросу в этой стороне. С нашими коллегами с Черновцов я вообще не говорю, сколько вопросов мы смогли бы дальше контролировать, начиная вот с того же кукурузного жука, который в скором времени он у нас будет, не буду скрывать, но не то что повсеместно, он будет страшным бичом для кукурузных полей наших, потому что, как представили мне данные феромонных ловушек ребята с Черновцы, на одной ловушке по 500-600 жуков, я прошу прощения, там просто, наверное, не вмещаются больше, они бы смогли ловиться еще больше. Вот представьте себе, какая популяция. Это нас ожидает буквально в самые-самые ближайшие времени. Хотя он уже есть на территории Волкова и хорошо есть. Поэтому, уважаемые коллеги, я вопросы о дальнейшем сотрудничестве вижу огромные. Единственное, что я бы пожелал, кстати, и с нашими коллегами с Румынии, абсолютно то же самое. То есть мы находимся как бы вообще границу и могли сотрудничать очень хорошо по многим вопросам по защите растений. Но единственное, что я хотел просто, чтобы такого рода конференции проходили с приглашением друг друга, и благодаря этому проекту мы сможем сейчас участвовать очень хорошо и онлайн, и только если не будет возможность о посещении с помощью командировок данной конференции. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте мы продолжим эту серию, будем говорить, не выступлений, а все-таки предложений. Серию предложений, потому что в конечном итоге мы достаточно хорошо, прекрасно выступили на протяжении почти двух дней. Но если кто-то хочет высказаться с дальнейшими другими предложениями. Коллеги, мы хорошо помним, конечно,
считаю, что самый ценный статью расходов на эти проекты подготовка молодых кадров. А именно обмена подготовки тех центров, которые мощь и силы профессиональные. Допустим, Краснодар прекрасно подправит молодого исследования, которые изучают популяционные элементы различных объектов, будь они вредные или полезные. Скажем, в Беларуси очень хорошая подготовка в области микрогородии и так в различных центрах, также и в Одессе. Таким образом, подготовили такую базу, будет иметь место и развитие этого направления больше. Потому что те, которые уже поменяли цвет волос, уже история. А молодежь, им надо создавать условия и основы. Поэтому я считаю, что такой должен быть включен в проект решения. Ничего. Найдутся люди, которые ради хороших знаний и хорошей подготовки, а сейчас хороший специалист. Почему мы ставим этот вопрос? Вы знаете прекрасно, что в 90-х годах ФАО подвело итог перспективы, то есть результатов зеленой революции, когда за счет интенсивного применения химикатов урожайность дальше перестала расти. И мало того, сколько мы уже не добавляли химикатов, мы повысить урожайность не смогли, но самое отрицательное действие – это то, что химические средства защиты растений уже перестали за счет даже повышения дозы, бесконечной смены одного препарата другим, давать эффективность более 80%. Мы достигли предельного загрязнения окружающей среды, и международная общественность приняла решение, давайте вернемся к старому методу, то есть восстановим природу, а первым этапом к этому пути будет экологическое или биологическое земледелие. Как делать, что делать? Было принято конкретное решение, были разработаны регламенты, принятые во многих странах, где категорически запретили принимать синтетические и химические препараты и вернуться на биологическую защиту, на восстановление плодородия почвы, то есть защиту почвы, на восстановление биодиверсификации полезных насекомых для восстановления взаимоотношений по агроценозам. Прямой путь было применение биологических средств защиты растений. И что в бывшем Советском Союзе почти в каждой республике в институте защиты растений
были лаборатории новых методов защиты растений, которые разрабатывали технологии применения биорациональных рецептов, биологических средств защиты растений. Ну, вы знаете, я не буду перечислять. И уже буквально к 2000 году практически по всем культурам были методические указания союзного значения, как применять биосредства, какие перспективы их применения. Четко и ясно показано, что эти средства могут замещать химические средства защиты растений, но надо детально разработать технологии их применения в совокупности. И вот сегодняшняя наша конференция, я остался очень доволен тем, что два дня работы показали, что направление исследования в этом отношении в развитии экологического земледелия, которые обоснованы улучшением экологии, которые обоснованы необходимостью производства экологически чистой продукции, которая является перспективной для производства, являются основными направлениями исследований, полученные результаты во всех странах, которые сегодня представляли свои доклады, показали, что этому вопросу уделяется внимание. Люди знают, как это делать, чем это делать, но есть две вещи. Первое, у нас мало средств. Очень радует, что к применению биологических препаратов, которые там в очень малом количестве, как и в Молдове, так и во всех странах СНГ, мало очень препаратов. Ну, все мы знаем Ризоплан, Прихотребин, там еще можно было назвать Кентафак, ну, 3-4 препарата и все. Мало того, они не на промышленные условия. Мы используем препараты краткосрочного действия, мы можем держать их аж месяц. То есть мы можем работать только на закате, не на больших платежах. Очень плохо разработана техника применения. В этом направлении надо работать. В создании промышленного производства. То есть мы, те маленькие цеха, которые у нас есть, должны сделать, ну, есть сырые, есть фирмы, как угодно, при институтах, под нашим руководством методическим организовать производство биологических средств. Очень интересные заявления были по применению биоэлиситров, то есть экстрактов растений, которые очень эффективно действуют, повышают резистентность в борьбе с болезнями, в борьбе с насекомыми. Есть феромонные методы, вот, показаны перспективы и тех, и других методов. И самое главное, что сегодня меня еще раз убедил доклад Исмаилова, мало того, что мы показываем, что вот мы получили эффект, мы должны на многолетних опытах, хотя бы на площади полгектара, гектар, может быть, несколько больше, испытать все те системы или схемы интегрированной защиты или биологической защиты в культуру. У нас есть хорошие разработки и по полевым, по овощным, и по плодовым, и по винограду. Но мы не занимаемся биоцинетическими исследованиями. Мы не знаем, что происходит в результате нашего вмешательства. Мы не должны разработать методы их оценки, то есть влияние этих средств в целом на агроциноз, на соотношение, ну, триотроф вы знаете. Поэтому мы должны в дальнейшем исследовании вот нацелиться на то, чтобы изучить, насколько мы правильно делаем, какие элементы наших средств обеспечивают восстановление и оздоровление окружающей среды. Я помню заявление американских ученых, которые категорически стали против вирусных препаратов. Мы очень все аргументируем, хотим, чтобы да, они эффективны, но извините меня, они высокого эффекта вряд ли покажут. И неизвестно, насколько, что лучше, эффективность малая или вредность большая. Поэтому я думаю, что охватить, ответить сразу на все эти вопросы сложно.
Но вот одно только что приятно, что все-таки есть возможность нам встречаться, делиться мнениями. И ну, я всегда был за консолидацию сил, потому что только коллективами международного сотрудничества, поскольку один человек хорошо, а три это лучше. И если мы будем делать большие проекты, но, к сожалению, я вчера не зря задавал, там было несколько мероприятий, еще есть одна большая беда. У нас не хватает средств на обновление оборудования. Мы можем зарабатывать вот такие проекты, как разработали наши коллеги из нашего института, Владимир Алексеевич. Нужно новейшее оборудование, потому что одним из условий утверждения международных проектов – это стандартизация оборудования, которое соответствует требованиям международных проектов. Желаю всем успеха. Спасибо. Спасибо, Василий Иванович. Конечно. Дом доктор Измайлов, подходите, пожалуйста, ближе сюда, к нам. Уважаемые коллеги, пока Владимир Яковлевич подойдет сюда, знаете, есть одна концепция, которая была разработана нашими визоровскими коллегами, в первую очередь, конечно, Покиным, о экологизации, которая потом была принята нашими коллегами из Краснодара, в том числе и Владимиром Яковлевичем. Поэтому этот момент наверняка должен быть заложен сюда, но Владимир Яковлевич знает лучше. Ясно. Я пока приходил сюда, прослушал, о чем было сказано. Но самое главное, о чем сегодня говорилось всеми, и довольно-таки понятно и внятно. Вопрос биологизации, оказывается, имеет очень большую перспективу, но тут же очень много проблем и вопросов возникает сразу же. Да? Вот нас сказал, феромоны, огнёвки, плодожорки, ну, гранатовые, бенилы. А из всех испытанных этих феромонов я пока ни одного не нашел, не увидел, который бы привлекал бенилы. Есть такие феромоны? Нет, да? И так далее. Вопрос качества биологических средств защиты растений. Мы будем разрабатывать великолепные системы биологической защиты, но если не будет качественных средств биологической защиты, то будет дискредитация и так далее. И вы это прекрасно знаете, что многие, когда поняли то, что на биологических средствах защиты растений можно зарабатывать деньги и большие, они сразу все стали, как я назвал, биометчиками, органистами и так далее. Все, которым не лень, начали производить биологические средства защиты растений, начали их применять, продавать и так далее. Но я сразу сказал, только специалисты могут эти средства защиты растений анализировать, сертифицировать и давать им оценку. К примеру, вы, наверное, этого бородатого очень хорошо знаете, биометчика, который у нас есть. Костюков это сильный специалист. А Харченко его фамилия, он, наверное, к вам попадал. Так вот, он внедряет очень большое количество, как он говорит, мультимикробных биопрепаратов. Я же спрашиваю, а сколько у тебя в этом биопрепарате микробов? 20 и больше. Вы подумайте, что такое 20 и больше микробов в одном препарате? Это они, ну, никак же там не уживутся и так далее. Триходерма подавили, бацилисов и так далее. И проверили мы эти биопрепараты, которые за большие деньги продаются, внедряются и так далее. Передал я своему микробиологу
образец, в доме я его взял у потребителя, не давали. Он его проверил и приходит через несколько дней, говорит: Владимир Яковлевич, в этом знаменитом биопрепарате микробов чуть больше, чем в водопроводной воде. Понимаете, что такое? И это полная дискредитация биологической защиты растений. О чем мы говорим? Нам нужны системы, эффективные системы. Нам нужны системы, которые дают возможность конкурировать с химическими средствами защиты растений по эффективности. Ну, это ясно, чистая продукция, чистая среда и так далее. Поэтому вот один из главных вопросов – это контроль за производством биологических средств защиты растений. Василий Иванович сказал, да, говорит, биометод нам нужен, но где биологическое средство защиты растений? Их можно на пальцах посчитать. Во-первых, феромонов не хватает. Если в советское время мы выполняли программу по биологически активным веществам, ежегодно синтезировалось и выпускалось и передавалось 2,5-3 миллиона комплектов феромонов яблонной плодожорки, где-то 1,5-2 миллиона хлопковой совки, розовой листовёрки и так далее, то вы можете сейчас посчитать на всю нашу бывший Советский Союз и так далее, ну 100 тысяч, ну пусть 200 тысяч, если делается, и то эти феромоны, в общем-то, не всегда отвечают тому качеству, которое нужно. Я, в общем, говорю, почему об этом? Потому что прежде чем выходить на систему биологической защиты для организма земледелия, мы должны начать именно с качества биологических средств защиты растений. И это одно из главных условий. Дальше. Абсолютно мало изучено, кажется, многие годы мы изучали, вредные виды и так далее. Вот даже здесь на плакатах я увидел карантинные виды, вредные, это в Европе, по-моему, да? А там я не увидел, там один-два только карантинных видов. Почему элитериды, которые обычны для наших территорий, относятся к карантинным? Это просто говорит о том, что, может быть, неправильно мы делаем изучение видового состава. Может быть, надо опять вернуться к систематике. Нам необходимо опять очень хорошо сделать ревизию фитофагов и ранжировать их, дифференцировать по вредоносности. Нам необходимо знать методы мониторинга всех этих видов. Да, вот для диапротики, естественно, есть великолепные методы мониторинга с помощью феромонных ловушек. И наверняка есть великолепные методы защиты, например, тоже метод автодиссеминации этого патогена, для него сработает великолепно. Это когда мы в эту ловушку поместим специальную препаративную форму, в которой будут энтомопатогены, энтомонематоды и так далее, они четко остановят на некоторых этапах этого вредителя. И не только к нему это относится. Мраморный клуб к вам еще не попал. Вы, не дай Бог, я хочу, чтобы он не попал. Это тот вредитель, трудно с ним бороться. Незара Меридурия, насколько понял, у вас уже есть, да? Сейчас огромные проблемы возникли с клопами семейства Тингиды, да? Это знаменитые клопы-кружевницы. Это те, которые сейчас дубовые леса превращают летом, лето в осенний пейзаж. И ряд других, и платановая кружевница, и так далее. Поэтому здесь вопрос изучения видового состава, вопрос изучения, значит, методов мониторинга. И обязательно уже сейчас для тех ответивных видов,
которые могут сделать очень большой ущерб, необходимы совместные разработки вместе со специалистами, которые уже столкнулись, чтобы вы были во всеоружии, потому что врага надо встречать вооруженным. И многое-многое чего другого можно говорить, потому что биологическая защита растения – это сложнейшая наука, включающая в себя все дисциплины, которые могут быть здесь, и химия, и биотехнологии, микробиологии, техническая энтомология, а великолепно нужная нам таксономия, энтомофагов и прочее. Без них мы ничего не сделаем. Не зная видового состава, комплексов энтомофагов, любого вредителя, мы будем в потемках делать систему защиты. И много-много другого можно сказать, но главное, о чем я хочу сказать. Все эти направления здесь, на этой конференции, были рассмотрены. Здесь были рассмотрены даже те новейшие подходы, которые сейчас только-только появляются. И говорить о том, что да, в наше советское время мы развивали биомета, что у нас было 37 миллионов гектаров трихограммированных, как это называлось. Но это была трихограмма, которая выбрасывалась так. Есть эффект, нет эффекта. Но главный эффект был достигнут. Я, если вы читали мою статью, написал, что трихограмме нужно поставить памятник только за то, что ежегодно 37 миллионов гектаров не обрабатывалось. Это сотни, тысячи тонн пестицидов, которые, в общем-то, приводили к тому краху, который мы сейчас имеем. Это разрушение экосистем и так далее. Поэтому все сейчас возвращаются к той же трихограмме. Но уровень совсем другой. Добробрака уровень другой, потому что мы сейчас уже изучаем и пищевую специализацию, мы изучаем и возможности применение. Например, трихограмму мы сейчас разбрасываем с помощью беспилотных летательных аппаратов. Притом мы учитываем все тонкости этого, высоту полета, возможность и так далее. Сохранение, может быть, хватит или еще. Я понял, время есть. И я хочу сказать и пожелаю, что вот те энтузиасты биологической защиты растений, и молодые, и не совсем молодые, они на правильном пути. Они, в общем-то, делают то, в чем будущее любой нашей страны, нации и так далее. Потому что будущее каждой страны – это здоровье нации. Поэтому я хочу пожелать вам всем огромного здоровья и то, что мы должны вместе работать, и многие направления мы должны вместе делать, как это мы вообще-то делали в то время, когда было. Это были целевые программы, обеспечивающие нас и средствами, и возможностями. Были большие лаборатории, когда в ней было по 15, 20, 30 человек, специалистов. Сейчас в лаборатории 3, 5, 2 даже человека. Все, нет. Специалисты нужны. Поэтому необходимость таких конференций, она дает возможность, они дают возможность именно воспитывать специалистов, чтобы они понимали, что делать дальше. Спасибо вам всем. Спасибо вам большое. А как вы думаете насчет того, чтобы на эту стену, которую вы уже озвучили, как вы думаете насчет того, чтобы попытаться подумать, даже не создать, а попытаться подумать в области того, о создании каких-нибудь координационных советов, как было когда-то? Великолепно. Я считаю, что
сказать, но немножко увлекся и так далее. Эти координационные советы, или проблемные, или так далее, они необходимы, потому что опыт и советование каждого из нас, каждого института, каждой страны, если их объединить, они, в общем-то, очень быстро наши проблемы помогут решить. И создание совместных проектов и так далее. Ну, сейчас, например, мы пытались и подавали проекты с Европейским Союзом, но не получается у нас. Нас что-то они... Даже наши лучшие проекты не выталкивают. Но ничего страшного, вы можете войти в эти проекты. Мы готовы вам помочь, потому что сейчас вообще-то биологическая защита растений – это проблема абсолютно интернациональная. Никто на любом из наших институтов полностью все решить не может. Поэтому действительно координация этих исследований, она должна быть, и она начинается на этих конференциях. Мы начинаем эту знаменитую координацию опять поднимать. Поэтому спасибо, это хороший вопрос. Я за координацию. Спасибо. Уважаемые коллеги, говорят, что неисчерпаемый ресурс человеческого познания, наверняка у кого-то есть еще предложения, если таковые имеются, вы на самом деле дом и ректор. Такие приемы.
ликвидации это можно было привести? Вот повышение, это самое устойчивое растение во время вегетации. А ну, на сортах, ну, знаете, на сортах генетики разрабатывают. По-моему, это направление поможет нам немножко решить эти проблемы, потому что ну, вредных организмов много, на каждого применять вот, биологические, химические, я не знаю, если это повышается до 30-40 раз применение химических или других средств, тогда уже каждый фермер и производитель это не, даже не успеет. Поэтому мне, в общем, я хотел бы предложить то, что вот применение таких приемов, таких это самое, методов, которые повышают устойчивость и, или применяют иммунитет растений, ну, повышение этих факторов во время вегетации, чтобы было все природно. Вот я вам желаю всем успехов. Ну, Азербайджанская республика тогда ну, у нас хороший ностальгий. Приду, как у вас. Ну, мы хотели, чтобы подключаться к этих проектов, конечно. Параллельно, да, мы здесь с дорогим нашим другом собеседовали насчет гранатовой моли. Потому что это гранатовая моль. Достаточно широкие площади, гранатовой площади. Поэтому, если мы это сможем это самое разобрать, тогда, по-моему, будет что-то когда-то результат. Ну, я здесь по конференции много для себя взял. Я вам благодарю всем за свои доклады, за свои научные достижения и надеюсь, в дальнейшем мы будем сотрудничать с вами и будем что-то средства стал более чистым. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, хотим мы не хотим, все-таки приближаемся к финишу. И вот к финишу я прямой я все-таки попрошу нашего директора, чтобы высказаться тоже по этому поводу. Да, на самом деле время уходит очень быстро, особенно когда ее не хватает, тем более, да. Да, но я прежде всего хочу поблагодарить тем участникам, которые выступили с докладами, это раз. Во-вторых, дали свои предложения для внесения в резолюции нашей конференции. И сказать немножко о том, как я вижу, что необходимо было строить эту резолюцию. Во-первых, мы должны констатировать все о том, что конференция состоялась, что проект реализован, что он успешно реализован, и он окажет определенное влияние на контролем экологической или фитосанитарной обстановки в нашем регионе. Это Республика Молдова и Украина, приграничные районы. На всей территории мы не беремся. Это мы еще должны ратовать за то, что были другие, более расширенные, более масштабные проекты реализовать в этом направлении. Для этого, мне кажется, что очень хорошо было показано в докладе господина профессора Волощук, какая сегодня складывается обстановка, что нам даст применение односторонних пестицидов, ядохимикатов, как это повлияет на микрофлору почвы, как это повлияет на появление резистентных форм патогенов и резистентных форм объектов насекомых
мы эту обстановку должны контролировать. Что из этого, как эта обстановка будет усложняться в связи с тем, что мы сняли границы во многих местах. А эти насекомые, вредные объекты, возбудители разных болезней, они не знают и не имеют никакую политическую окраску. И они не переходят без паспорта и без любые граничные барьеры, любые таможенные контроли. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что фитосанитарная обстановка в дальнейшем будет усиливаться. Поэтому мы должны сегодня предупредить руководящий орган, что это рано или поздно это случится. И что в этом направлении должны делать? Генетики, что должны делать селекционеры, какие нужны сорта. Это тоже должны высказать в этом драфте нашей резолюции. Так я думаю. И физиологи, потому что есть и многие физиологические болезни, которые ослабляют неиспользование, только что нам даст переход на non-till технологии, потому что это, мне кажется, для других районов, для других регионов нет нашей республики. У нас мы разными теориями усложним фитосанитарную обстановку. Дальше я хочу, чтобы были обозначены основные направления в получении новых феромонов, в получении биопрепаратов. Мы еще более того, как-то в этой резолюции мы должны акцентировать на то, что нам очень сложно конкурировать сегодня с фирмами, которые производят и предлагают только химические методы защиты растений. Мы это тоже должны как-то обязательно указывать в нашей резолюции. И еще, чтобы не упустить, может быть, со временем перейти на какую-то щадящую систему защиты растений. Тут были примеры, когда можно использовать и доказано и химические препараты, и биологические препараты. Должны вести абсолютный контроль над карантинными объектами, потому что карантинный объект для нашей республики, он также является и для Румынии, также и для России. И более того, мы как наука должны говорить конкретно, есть карантинные объекты, не скрывать их присутствие в наших районах, потому что это нам очень и очень дорого стоит. Можем даже привести примеры, что в результате скрытия карантинных объектов мы остались без садов груш и без айвы и другие. Поэтому сокрытие, вот допустим, научной информации, она чревата опасна для экономики страны и экономики наших регионов. И в дальнейшем, я думаю, что один из красных нитей нашей конференции должны, мы должны развивать сотрудничество в области использования биологических методов защиты растений, потому что одни только, как институт, какой бы он ни был, институт сильный, мощный, и какие бы у него ни были разработки, если не будет это принято в нашем регионе или сказано на различных уровнях, на уровне научных конференций, на уровне докладов в литературе, в прессе, в научной литературе, и органам, политическим органам, которые принимают решения. Это зависит много и от нас, зависит много и от той политической платформы, которая будет создаваться, в которой мы будем участвовать. Я предлагаю всем научным, которые сотрудникам или участникам нашей конференции, чтобы вы тут эти связи, которые наладили, их продолжить даже не в рамках проекта, но в дальнейшей работе нашей. И в связи с тем, что мы сейчас находимся в преддверии Нового года, может
быть, многими из вас увидимся последний раз. Так или да. Я хочу передать от имени руководства института. В этом году, да. В этом году, да, в этом году. Передать от имени руководства института и от имени всего коллектива вам пожелание хорошего настроения встретить Новый год и с успехами, новые успехи в будущее, в 2019 и в будущее в вашей творческой работе. Всем вам приятного Нового года, вот так. А сейчас, что мы будем? Да, да. Да, да, два слова. Я передаю то, что директор проекта, он скажет дальнейшую программу сегодняшнюю. Дон директор, спасибо большое за то, за помощь. Мы в таком цейтноте сейчас. Мы в каждую минуту решаем огромное количество организационных и не только, чтобы вы знали, то, что мы за столом, это только айсберг. Не жалуюсь. Поэтому и то решение мы ждали, пока проведем оргкомитет, утвердим все наши действия и составим четкие планы на будущее. Вот чтобы вы знали, почему и только сейчас мы пришли к выводу, что делаем, предлагаем новые идеи, новые проекты и новые возможности в общем, в дальнейшем. Поэтому я вас благодарю за участие. Мы не только в научном, но и в финансовом отношении решили практически все вопросы. И поэтому сейчас у нас единственное, я хочу вас благодарить за участие, благодарить директор нашего, который взял на себя эту очень тяжелую, потому что надо было одновременно и то, и другое, и третье делать. Мы это сделали. И на этом закрыть нашу конференцию. Спасибо большое. Я мог бы очень много говорить, но автобус нас ждет. Поэтому я думаю, что мы будем говорить еще в другом месте. Хорошо? Другой закон. Благодарю всех за участие. Мероприятие находится у Анны, вот она стоит у входа там.